Ребята, всем большой привет! Привет вас на канале US Family Events. И я с вами на площадке во Флориде, где-то недалеко от Орландо, не знаю, как город называется. Короче говоря, площадка с очень интересными автомобилями. Площадка партнер. Напоминаю, подписаться на мой инстаграм US Family Events. И, в общем, помимо того, что вы подписываетесь на инстаграм, можете подписаться еще на телеграм-канал, туда я выкладываю машины и цены и так далее. В общем, очень интересная площадка, потому что ребята выкупают авто из лизинга, и, соответственно, некоторые машины совсем новые, прям, ну, буквально, не знаю, там, вот, ну, сейчас покажу, короче говоря, все, сейчас вам, как всегда, покажу. Так, ребята, что мы с вами будем смотреть? Мы с вами будем смотреть сейчас Range Rover. Вот этот вот, очень свеженький, по-моему, 600 миль пробега всего, и тут вообще 60 миль пробега Range Rover. В общем, эти Range Rover у нас доступны к покупке. Ребята спрашивали, это у нас предыдущая версия. И посмотрите, есть два Гелендвагена еще. Темно-синий, ну, этот старенький. У нас, ну, темно-синий, потом тоже вам покажу, какая цена. Цен здесь нигде нету, я просто знаю о ценах, поэтому... В общем, тут не все так просто к покупке, откровенно говоря. Ну, и вы знаете, что... На вторичных руках новые машины не так просто найти, но вот здесь вот они есть. И я не буду рассказывать про все нюансы, но, в общем, они к покупке доступны. Так, ну что, ребята, давайте посмотрим. Вот этот Range Rover доступен к покупке. И давайте посмотрим на то, какая у нас здесь комплектация, что есть. Ну, он весь черный абсолютно. Просто в белых вариантах еще мы с вами иногда наблюдаем, что там черная крыша и так далее, отдельная опция, здесь уже, ну, все черное и черное. Вставка на руле отдельная этот. При этом, смотрите, пробег всего 16 миль. Автомобиль абсолютно новый. И смотрим, у нас год по стикеру. Где у нас год по стикеру? 8.22. То есть машина у нас только получила разрешение на продажу, но при этом она немножечко постояла. Ну, а так машина абсолютно новая. И, в общем, в этом нет никаких сомнений. Ребят, цена такого автомобиля будет примерно 190 тысяч под ключ здесь в США, включая налоги, сборы и, короче, регистрации, все то, чтобы вы могли приобрести. Меридиан стоит система, тоже не везде, head-up дисплей. Это отдельная вообще песня, потому что на спортах ее сейчас просто нету. Так, давайте мы откроем у нас. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть сзади. Значит, ну, здесь все опции вполне себе стандартные. Обратите внимание, еще пороги все в защитной пленке. А здесь еще... Тоже сверху пленочка у нас стоит. Ну вот только вот отсюда вот и пленку сняли. А так, в принципе, все по фэншую. То есть машина вся черная. Черные диски, черные. В общем, для тех, кто кому нужна такая машина, ребят, пишите. Обязательно мы все эти моменты проговорим. И напоминаю, что осуществляем доставку, пожалуйста, и Казахстан, и Арабские Эмираты, кто спрашивал. Вот вам, пожалуйста. Так, ну, по этой машине все, в общем-то, показал, мне кажется. Ребят, здесь нет необходимости в подробностях технических, потому что все знают. То есть ключевой момент, что индекс P400 и это 3-литровый турбированный двигатель, все тоже о нем знают. ВИН показал, да? ВИН показал, год показал. Дальше мы с вами переходим к... следующему автомобилю. Ох, он уже закрылся, зараза, сейчас, минутку. Так, погнали. Спорт P360. Здесь выдвигаются пороги, кстати, обратите внимание, что пороги выдвижные. Смотрим с вами год и по стикеру. Вот вам ВИН и вот вам год. 10-22. Блин, у меня сможет тут прилететь музыка, поэтому я, наверное, сяду вовнутрь. Значит, здесь у нас с вами пробег всего 40 miles. А, я не могу, музыка играет, и мне очень сложно снимать в этой связи, потому что прилетят авторские права. В общем, Меридиан стоит, и обратите внимание на такую фишку.
что это тоже весь абсолютно черный автомобиль. Фишка заключается в другом. Фишка заключается в том, что сейчас на Range Rover'ах, на вот этого класса, нет нигде head-up дисплея. Ребят, такое, как бы, к сожалению, но сейчас повсеместно. И отсюда, как бы, ну, есть куча дополнительных опций, они вместо этого ставят. Это из-за отсутствия в некоторых партиях запчастей. У нас здесь есть панорамы, все черное на черном, все очень-очень, короче говоря, сделано по красоте. Кстати, ну, порог вставать только на порог здесь на самом деле. Когда он выдвигается, это еще то удовольствие. Так, сколько стоит такой автомобиль? Ребят, такой автомобиль стоит порядка... Я сейчас просто... У меня дело в том, что нету перед глазом цен, и цены я уточняю всегда на момент покупки уже. Вот, но тем не менее, вот этот автомобиль стоит, по-моему, если не ошибаюсь, 135 тысяч тотал за все, про все купить его в США. Ну, поэтому это уже вопрос такой, что доводчика, кстати, тоже нету. А здесь вот у нас, сейчас посмотрим, у нас здесь, если у нас доводчики, да, здесь у нас доводчики есть. Но мне кажется, очень шоколадная цена вот для этого автомобиля абсолютно нового. Ну, тут, конечно же, на то, что... Это мы проверяем, как закрывается порог. А, дверь не закрыта. Угу. Ага, ретрактабл, окей. Так, ну что, ребят, давайте посмотрим, на что в багажнике. Значит, это у нас с вами коврики, какой-то став еще. Здесь еще все лежит, вот. Тут какие-то тоже всякие оранжевые штучки, не знаю, в общем, даже что это. В общем, ребят, единственный минус этого автомобиля — это полнейшее отсутствие head-up дисплея. И это, к сожалению, факт. Ну, что поделать. В общем, ребят, мое дело вам показать. Ваше дело подумать и посмотреть. И сейчас мы с вами посмотрим еще Гелендваген. Так, здесь тоже в багажничке у нас всякий став. Это у нас для того, чтобы запаску поднимать. Это у нас аптечка. В общем, все это у вас тоже тут всегда по умолчанию, они все вам запихивают. Уже это все продали. Ребят, едем дальше, гелик. Ребят, гелик, пробег 3000, цена 210 тысяч долларов за вот этот темно-синий AMG. Это у нас с вами, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас посмотрю, на матовых дисках. 63-й, да, это G63. В общем, очень классная машина. Ну, цена тоже классная, поэтому только для фанатов. Так, господа мои, друзья мои, вот еще есть вот такой красавчик. Это семиместная версия. Цена у него 210 тысяч долларов. Здесь у нас... Значит, ребят, версия у нас с вами... Меня просто постоянно перебивает. P400 SE. Что у нас здесь с вами есть? У нас здесь с вами есть... Ну, Meridian, понятно. В общем, все общие функции понятны. Значит, у нас 922. И... Везде черный рояль, везде все черное, понятно, крыша панорамная, но самое главное, что это лонговая версия. И, соответственно, у нас с вами есть здесь третий ряд. Смотрите, и передняя отодвигается, и задняя. И вот он, третий ряд, так называемый, куда вы можете пройти, зайти и присесть, и, соответственно, доехать, если у вас есть большая компания. Посмотрите, здесь на третьем ряду даже есть подогрев сидений. Это шиндец. Ну, то есть, если вы образно детей посадили, и детям прохладно, да, то есть, если вы в теплом гараже, например, выезжаете куда-то на мороз, ну, как бы можно включить подогрев сидений. Классно же. Очень-очень классно. Все, естественно, управляется отсюда. А, да, кстати, вот эта функция очень важна тоже. Посмотрите. То есть вы можете не убирать детское кресло, которое у вас здесь установлено. Это тоже очень классная функция для тех, кто
ну, возит, например, тут маленький ребенок, сзади еще там ребенок, например, и здесь еще двое взрослых. То есть это, мне кажется, безусловно, очень-очень будет полезно. Так, ну что ж, ребята, про цену автомобиля я вам сказал. Ребята, знаете, меня удивляет, когда некоторые смотрят видос, а потом говорят, что, мол, а цену ты не назвал. Ребята, если называют цену, просто внимательно смотрите видео. Иногда бывает, если не называю, я говорю, я не назвал цену, тогда пишите в Instagram USFamVans или телеграм-канал. Смотрите, я туда выкладываю, соответственно, ищите информацию там, где вот я источники, которые свои даю. Для... Я всегда говорю, что если вы не смогли со мной связаться, то уже не надо со мной связываться, значит, у нас ничего не получится. А те, кто способны все-таки зайти через Instagram, найти и написать директ, то проблем нет, доводчики есть, кстати, тоже. И, ах, пробег, пробег, ребята, сейчас я посмотрю, можем ли мы с вами глянуть. Нет, он просит, сейчас мы его закроем, откроем, надеюсь, он у нас есть. Так, вот он, пробег всего 26 миль у него. Вот вам цена, вот вам пробег, вот вам автомобиль. И автомобиль. В общем, вот такие вот, ребят, дела. Все вам сегодня наснимал. Куча классных автомобилей. Пишите, кому что надо. Да, кстати, белый тоже предлагается. Трешечка с черной крышей. Цены вообще, вот, ну, чтобы по умолчанию, да. То есть мы находим разные варианты, но цены на них в районе 100. Ну, наверное, где-то от 170, от 180 и выше пошли, да? То есть там уже Делонго версия дороже. Ну, понятно, что там, если больше фарша, дороже. То есть все это вопрос того, что они у нас по деньгам, по этим и продаются. И, соответственно, купить их еще не так уж и просто. Все, ребят, сегодня вот такой вот был вам видос. Так, кстати, ну, кому-то заинтересует, Escalade есть. Там вот на номерах стоит машина, это выкуплено. Ну, в общем, есть из чего повыбирать. Это я вам точно могу сказать. С рейндж-роверами вообще здесь проблем нету. Можем все найти. Ребят, по скриптам рубрика, значит, для тех, у кого здесь есть всякие хотелки. Допустим, у нас, видите, здесь и Tesla есть доступно. Вы задавайте вопросы в Instagram, USFMVN туда пишите, а я вам уже постараюсь отвечать на то, сколько стоит машина. Escalade, то есть то, что нет на этой площадке, есть на другой площадке, нет проблем. Suburban, это для тех, кто здесь приехал, собирается зарабатывать. И самое главное, посмотрите, какое число минивэнов. Пожалуйста, в наличии есть Sienna XSE, это для тех, кто здесь, еще раз напоминаю, XLE. У меня еще черная продается, кому вдруг надо будет. И, соответственно, вот вам, пожалуйста, Chrysler Pacifica тоже в различных вариациях. Пишите, цены буду сообщать, потому что здесь цен нету, мне нужно ковыряться, сейчас идти спрашивать, чтобы просто так не сотрясать воздух и не тратить ни ваше, ни свое время. Пишите, ну, как бы конкретный запрос, и я вам буду сообщать цену на конкретную модель, вот то, что вы видите, или по подбору. Такая вот черная у меня есть у самого еще. То есть, если что-то, тоже можно брать. У меня цена 55 тысяч. Здесь такая же цена на машину. Дешевле вы их не возьмете. А здесь, пожалуйста, в наличии. Кстати, XSE чуть-чуть подороже, но, в принципе, примерно такая же. То есть, в районе 56-57 тысяч. Кто вдруг не в курсе, это гибриды. Они только с одним двигателем гибридным. Шикарный расход. Примерно 6 литров на 100 км или 34 мили на галлоне. Ребят, все, пока-пока, и увидимся с вами, как обычно, на канале US Family Vans.